Привет, меня зовут Шок, и знаешь что, в CSGO вышло обновление, но операцию никто не проходит. Там Дилай только проходил ее, я заметил только у него. Поэтому я решил тоже снимать это и загружать на канал. Поэтому поставь лайк, если тебе это интересно. Мы сегодня прошли эту операцию за 4 часа. Много или мало решать тебе, но я устал. Я реально устал. То есть это не очень интересно. Миссии настолько простые, что тебе скучно. А еще хуже, что тебе приходится доигрывать эти катки. К примеру, я сыграл десматч и выполнил задание за 3 минуты, но нужно доиграть еще 7 минут. То есть это, тут, конечно, проблема. Ну, конечно, для новичков это будет сложные миссии и так далее. Я как ЧСВ сейчас, конечно, себя повел, но просто потому, что я тренируюсь на cybershock.ru. В общем, сейчас вы видите миссии, которые были на первой неделе этой операции, а их будет 16. 16 роликов по тому, как я играю в операцию. Кайф же есть, это реально круто. Все, приятного просмотра и жду у тебя лайк, погнали. Если что, идет речь про вот эти вот задания. Их штук 10, я уже все выполнил. И таких недель будет 16. Я сейчас на первой. Как только ты выполняешь 5 заданий, ты получаешь левел ап вот этого уровня, вот этот ранг. Ну и плюс какие-то там стикеры, подарочки и так далее. То есть вот то, что я купил на 1000 звезд, ты можешь выбивать бесплатно. Но это очень сложно, правда сложно. Эта неделя называется «Близкие отношения». Приступаем. Вспышка вируса. Добудьте образец вируса запретной зоны из лаборатории Феникса. Короче, гол на скорость, на скорость. Смотри, вон там сейчас слева появится тип в окне. И справа один будет. Я справа убил, теперь слева. Здесь сейчас будет жесткий тип, поэтому надо заобузить. Заобузить можно вот так. Сюда встаешь, он тебя стреляет. Слева будут выбегать. Слева, слева, вот оттуда, прямо будут выбегать. Не-не-не, ты снизу стой, да. Там с дырки байти. Вот он, жесткий. Так, все, я вижу его. Стой. Я кину молот. Чуть-чуть хп осталось. Все. Хорош. Слева. Ой, здесь, здесь, здесь. Прикрыл. Сейчас еще выйдут. Убил. Хорош, все, мы прошли. Он сейчас побазарит. Пойдем близко друг к другу. Иди сюда, сюда иди. Смотри, все левые двери откроются, и все правые двери откроются, понял? Я правую беру, а ты левую, да? Да, да, да. Давай, давай. И потом смотри, после того, как мы этих убьем, потом флешка и сверху вылезут. Вон там, оттуда справа. Хорошо, я сейчас опять просто, я одним спреем всех убью. Так. Сейчас выбегут. Так, так, все выходит. Так, есть, есть, есть. Так, есть, есть, есть. За мной бежит чел. Найс. Все, мы всех убили. Здесь дверь не открыта. Да. Сюда. Да, я соло схожу, Ой, я возьму. Короче, смотри, здесь сейчас вот отсюда выйди, смотри. Вот эта дырка моя. У тебя выйдут вот отсюда, смотри, вот с этой дырки. Вот с этой. Угу. Вот с этой дырки у тебя выйдут. У меня слушай, выйдут с левой дырки. Это активировать? Да. Да, это возьми, это вот и та самая есть. Что есть? А, все, миссию выполнил? Ну, типа, да, ты поднял, теперь надо выжить. Да, все, понял. Не подходи близко, взрыв будет. Отсюда контроль, вот с этой стены. Хорошо. У меня жесткий тип. Да, вижу. Ну, только по каске надо. Вижу. Ой. Жесткого забрал. Да, я тоже. Понял. Иди монетку забери, прямо налево, вон, видишь, со скалы? Да, иду. Только, пожалуйста, беги ровно, пожалуйста, я тебя молю. Сейчас опять умрешь. Нельзя прыгать, нельзя, там баг. Во. Прямо, да, умничка, давай, вниз, молодец, все, обратно можно подняться. Фух. Давай, чувак, умничка, все. Я потею, что это такое, я волнуюсь вот такая. На, М-ку тебе. Короче, вот здесь направо поднимись, пошли за монетой. Сразу. Вон она, монетка висит. Я возьму. Поднимай монетку. Да. Ну да, я тебе ее оставляю, брат. А, блин, она как... Короче, смотри, объясняю, откуда они выходят. С этой позиции выходят и справа снизу, вот отсюда. Понял? Так, Наши позиции контроля. Слева вот отсюда будут выбегать, да, с двери. Да, да. Вот, видишь, слева снизу дверь. Вот. Да ёб твою налево. Ты хочешь подняться на крышу? Да, я оттуда играл уже, а можно подняться. Все, ладно, я в тильте. Почему ты с первого раза? Я тоже хочу шоколад. Короче. Все. Фу, чувак, я честно волновался, потому что мы бы потеряли бы время, онлайн, желание и вообще время, ужас, терпение. Лучше. Чуваки, какая ВП? Все, первая миссия выполнена, получается. Это мы на сложный, брат. Это сложно. 28 минут мы играли. А личная встреча. Совершите 10 убийств, используя нового в режиме обычных. 10 убийств, используя нового в режиме обычных. Ты сейчас что запустил? Личная встреча. А, вот здесь, да, я тебе сейчас помогу заобузить. Смотри. Бежишь всегда, значит, дроп-рум. За КТ зайди желательно. Угу. Бежишь дроп-рум. Встаешь в угол и всех убиваешь, понял? Давай. Нет, он сейчас гранату дает. Убивай, да, его. Так, одного убил. Еще один, брат, еще один. Не, выходи. Не, второго не успел.
чувак, здесь сложные челики. Сложные челики. Выйди, выйди прифайром в молик, выйди, выйди в молик, меня убей. Так, ребят, сейчас будет Эрик от СВХ, погнали. Выходи мид, выходи мид. Тип справа, выходит. Вот здесь? Выходи, слева, 25 хп, 25 хп. Да, выходи прифайром, где бочки? Хорош. Сверху 14 хп, сверху 14. Иди за ним, иди прям, беги за ним. 14 хп, прямо налево наверх. Аня, вернись и с другой стороны обойди. Доставай, и справа прифайр, сразу. По стене бежит, да-да-да, выходит. 14 хп, 5 хп, лучший. Спина. Пол хп, 30 хп. НТ. Пробегай. Справа, справа. Беги прямо налево, прямо налево. 11 хп. Вот этот фловый бежит к тебе. Пол хп. 5 хп. Все, выполнил. Прямо. К тебе заходит. Справа. Нет, по лестнице слева. Правее, держи прицел. Давай, давай через стену. Правее, еще правее, еще правее. Ого. Еще правее, еще правее. Еще правее. Слева, слева, слева. Ну, я по стене имел в виду. Выше, выше. Все, ты выполнил, да? Да, да. Отлично. Сокрушение. Совершите 5 убийств тяжелым оружием в режиме запретная зона. Совершите 5 убийств тяжелым оружием в режиме запретная зона. Это сложно? Вот это пойдем. Вот это пойдем. Давай пойдем. Нет, легко. Я тебе сейчас помогу забыть. Там давай, еще с тобой и сложно, ты че, чувак? Да инвайт, брат. Это антонимы. Mm-hmm. Кинул. Зашел. Справа, справа. Нет! Пошел. Фу. Один килл есть, ладно. Ладно, мы это с первого раза не пройдем. Я тоже заметил. Попал еще раз, брат. Добивай. Все, все, сейчас убьешь. Справа. Еще раз, прифайр, лучше. Чисто своей каской пожертвовал ради тебя, друг. Пойдем, короче, я... Хорош. Убил двоих. Один килл остался, да, и миссия выполнена. Выполнена миссия. Помечая территорию, нанесите 5 граффити на стартовой вражеской территории. 5 граффити, давай сделаем. Это тяжело, но давай. Давай. Быстрее. Я могу... За красный, вот красный бордюр, ставь. Все. Один есть. Есть, засчитал? Да. Все, подожди, стой там, никуда не беги. Так. Один выходит, один выходит, один справа. Убей. Два есть. Засчитал? Да. Проходи. Побежал, 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 отрабатывай. Все, жди теперь. Все, готово. Я думал, я сел не на той. Да. Нет, еще один. Выполнил? Еще один. Ты не умирай, просто подожди кулдаун. Кулдаун пройдет, можешь еще одну поставить. Все, готово. Дымовая завеса. Бросайте стратегические дымовые гранаты в режиме обычный. Бросайте... О, давай стратегические гранаты. Это легко. Просто 5 раз на... Остаешься? Да? Нормально. Ебать, это блядь. Я следующий, бро. Окей, давай. Очередь, блядь. И пошел, давай. Успел. Пусть он кидает, давайте. Первый кидает таз. Второй Аки скидает. Третий свит. Все, сейчас ты. Чувак, я здесь решил, порешал всю ситуацию. Да, я тоже решал. Я был в очереди. Нет! Ужас, какой ужас. Все, сейчас сюда кинул смок и засчитается. А что, ребят, смачка-то? Так, давай, 4-5, пожалуйста, 4-5. На, есть один. Все, остался еще один. Отойди, чувак. О, попал. Все, выполнил, чувак. Ой, ближний бой. Совершите 15 убийств, используя дробовик в режиме стражей. Погнали дальше. Так, совершите 15 убийств в режиме вертига, с дробовика. Я красный, бро. Извини. Позади тебя жесткий тип. Тот босс? Как его убить? Ну я его очень сильно накоцал, брат. У него должно быть мало хп. Хорош. Чувак, я обосрался сейчас. Недоброе утро. Победите в раунде 16 раз в режиме напарники. Победите 16 раунд в режиме напарники. Погнали сюда. Так, конечно, надо выиграть две катки, да? Да. Лох хп один чел. Все, last long, бежит. С 5-7 выбежишь. 3, 2, 1, выходи. Ну и шорт пошел все-таки. А, нет. О, боже. Девайт, мы реально как будто из Нави приехали, серьезно. Девайт, я тебе кину флешку на лонг, ты просто вылетаешь.
Как тебе флешка? Худшая в мире. Серьезно? Да, тебя слепило? Он не был слепой? Странно, нет. Очень странно. Ладно, давай еще раз. Готов кидать? Я кину флеш на него. Давай. Раз, два, три. Ушла. Наказание за твои обманы. Это карма, да? Совсем за дебила держишь. Я же вижу, куда ты прицел держишь на флешку. Коврай бежит. А вообще выбежит, брат. Просто пол хп перестреляй. Лучше. Спасибо, бро. Подожди, я сейчас лонг убью, просто убей потом яму. Давай, кинул тебе флеш. Ты только меня слепил. Ясно. Вон машина. Чувак! Я тебе сказал, ну зачем ты вот флеш дал, брат? Ну чувак, серьезно. Да, камон, не надо искать причину в этом. В смысле, я тебе дал инфу, я тебе сказал, убей просто яму, я убью лонг. Да. Я убью лонг, ты даешь мне флеш. Черт, просто потеряли время. О, наконец-то раунд. А, смотри, какая крыса, идет сейвить. А, нет, он не... Что это за диффуз? Какой молодый. Собака. Я же сейчас не буду диффузить. Да ладно, ладно. Как же он играет, господи, а? Девай, ты знаешь, ты как молния. Разрыв договоров. Совершите 25 убийств из дробовиков за одну игру в режиме бой насмерть. Так, что у нас осталось? 3 миссии осталось. Короче, пойдем, я пойду тогда 25 убийств на бой насмерть делать. Погнали. Покажем, кто здесь как играет, да? 25 киллов. Три килла осталось. 3 килла. 2 килла. 1 килл. Так, все, готово. Следующая миссия выполнена. Сокращаем дистанцию. Совершите 10 убийств с бананой или из апартаментов в режиме бой насмерть. Осталось сейчас пойти еще на один бой насмерть. 10 убийств с банана или из апартаментов в режиме бой насмерть. На YouTube, я думаю, что и буду покупать рекламу. Это будет рационально. Все, я сел. Мне понадобилось 3,5 минуты. Мобильная раздача. Победите в раунде 10 раз в режиме соревновательный на карте Вертика. Лучшая команда, всем здорово. Акти, это на мовик. Боже, вы такая жесткая команда. Ох, оружейный мастер. Смотрите, где я. Все, я апнул все задания, представь. Молодец. 10 из 10 звезд получено. Так, все. Молодец. Я жду следующую неделю. Отлично. Молодец. Лайк. Фух, все, мы закончили.